це не тільки продовжимо говорити далі. Долучаємо Аркадія Мільмана. Це експосол держави Ізраїль. Аркадію, добрий вечір вам. Наші вітання. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, оскільки говорили про пропаганду, про ці мільярди, які Росія роками вкладала в те, аби вбивати в голову те, що ми чуємо зараз, а як тоді зробити так і скільки треба вкладати грошей в антипропаганду? Чи вже запізно? З вашого дозволу я буду спілкуватися з вами. Спасибо. Я скажу так, на протяжении последних 20 лет Россия вкладывала миллиарды долларов именно в свою пропаганду, в развитие различных фейков, в различные фабрики троллей, нанимались различные пиар-агентства, за границей нанимались различные агенты влияния. Это доходило даже до членов парламента в различных странах. Совсем недавно был большой скандал в Италии, я не знаю, публиковали ли вы это, но была разоблачена целая сеть агентов влияния, в которой были в этой группе и члены парламента, и различные блогеры, и различные журналисты. Это, безусловно, был большой скандал, и даже целое расследование сейчас происходит в Италии, и итальянские спецслужбы этим занимаются. Все это началось еще приблизительно в 2001 году с приходом к власти Путина, когда началась просто атака на свободные средства массовой информации. И параллельно развивалась вот эта пропагандистская машина, которая, скажем так, сегодня ведет самую настоящую войну против Украины. И поскольку сегодня гибридная война, то эта война действительно идет и на этом фронте за сознание людей, за общественное мнение и так далее. Все это началось еще вот те дальние годы. Мы просто не совсем это вначале понимали, но, скажем так, где-то в 2007 году уже ФСБ активно участвовало в этой работе. Вспомним выборы в Соединенных Штатах Америки, когда российские пропагандисты и тролли, и боты, и агенты влияния пытались повлиять на выборы американского президента и публиковали различные фейки. Вспомните выборы, на которых победил тогда Трамп. И сегодня тот нарратив, который распространяется, который начинался с неонацистов и наркоманов, которые находятся у власти в Киеве, вспомните. А сейчас уже идет совершенно другой нарратив, уже не демилитаризация, уже не денацификация. А сейчас это собирание земель. Позавчера Путин озвучил вообще абсолютно абсурдную идею о собирании русских земель. Видите ли, он возвращает исконные русские земли. Херсонская область, например, Донбасс, да, там Крым. Вот это теперь будет чуть ли не единым федеральным округом в России. Поэтому в данной ситуации выхода нет, надо продолжать вести борьбу. Я должен сказать, что президент Зеленский ведет отлично, просто на отлично эту войну, и его работа, и работа всей команды президента и президентского аппарата, президентского офиса в Украине дает очень хорошие результаты, потому что мир, в принципе, понимает, что Россия распространяет фейк за фейком, а Украина ведет борьбу за правое дело, за освобождение своих территорий, за свою страну, независимость и так далее. Пане Мільман, стосовно російських дипломатів, які офіційно, ну, кажуть от такі дуже прозомбовані речі, ви от як дипломат, у якого є досвід спілкування з російськими колегами, роз'ясніть, будь ласка, вони і на приватних там тет-а-тет, оф-рекордс розмовах такі самі зазомбовані і от свій маразм ось цей, ну, просувають? Чи на закритих зустрічах вони, ну, ведуть себе як дипломати, ми, як справді, люди так розумні, так, визнають там, що десь там тупка там і так далі, що вони роблять неправильно, а от виходять офіційно і їх перемикає, і все, і вони, ну, ж такі зомбі-ящички. В своїй масі на 95% вони навіть вірять в ті глупості, які вони говорять. Тобто це настільки ужасно. Безусловно, серед них є якийсь маленький процент абсолютно нормальных людей, которые понимают всю сложность ситуации и по личным соображениям не могут встать, как это сделал один из российских дипломатов недавно в Женеве,
и написал письмо о своем желании уволиться и критикой политики российского правительства. Но это считанные единицы. Основная масса верит в это, основная масса говорит и считает, что действительно сейчас идет какая-то особая борьба России, она поднимается с колен, и дальше все эти абсурдные заявления, которые делают российские дипломаты на различных международных форумах, это от Василия Небензи, который представляет Россию в ООН и так далее. Но не думайте, что основная масса понимает, что происходит. К великому сожалению, эти люди полностью зомбированы и не понимают. Достаточно только послушать Марию Захарову, и сразу волосы дыбом стоят. Пане Мільман, тоді про наших європейських партнерів. Чи не вбачаєте ви тут небезпеки у цих бажаннях поговорити там, знайти діалог, зателефонувати по телефону? Напередодні передивлявся ще раз фільм «Темні часи» з Гаррі Олдманом у ролі Вінстона Черчилля. Прекрасну фразу герой його сказав, там не можна домовлятися з тигром, коли твоя голова у нього у пащі. От ви не вбачаєте небезпеки у тому, що намагаються зараз домовлятися з п'яним ведмедем, так, коли деякі голови у нього у пащі? Это очень сложный вопрос, потому что я думаю, что некоторые представители западных стран, они преследуют, в принципе, все-таки, может быть, это немножко наивно, как думать, да, и они думают именно таким способом, да, но они действительно думают, что какими-то уговорами они смогут заставить или объяснить, или попросить, или убедить президента Путина прекратить вот эту страшную войну и прекратить военные преступления, которые совершает российская армия на территории Украины. Но, с другой стороны, я думаю, что всем нам надо понимать, граница между Украиной и Россией, она останется. И Россия никуда не денется. Это по-прежнему будет. Вы выиграете эту войну, но все равно Россия останется вашим соседом. И придется потом найти какие-то способы сосуществования. Я приведу пример Израиля. Да? У нас, например, сектором Газа, там несколько десятков километров, да, и мы построили огромный бетонный, очень высокий забор, который очень глубоко построен в земле, который очень высоко поднимается с особым электронным оборудованием. Но Украина не сможет построить такой бетонный забор на тысячи километров с Россией. Все равно армия будет стоять у этих границ. Понятно, что должны будут быть особые способы защиты. И надо будет найти какие-то способы. Понятно, победа, как это сказал президент Зеленский, абсолютно с ним согласен, она будет на поле боя. Украина достигнет этой победы. Еще предстоит длинная, сложная борьба, и война, и жертвы, и человеческие трагедии, но нет выхода сегодня в Украине. Поэтому Украина не может сегодня вести переговоры с Россией, она не ведет. Но если западные страны будут все время транслировать Путину, что он должен прекратить войну, в конечном итоге это, скажем так, это может иметь определенный положительный эффект. Во-вторых, то, что Путин отказывается это прекращать эту войну, это должно четко транслировать западным странам, в особенности Германии и Франции, что нет никакой возможности сейчас с ним договориться, и эти страны должны помогать и присылать большое количество оружия Украине. Я должен сказать, что меня не удивляет позиция Германии, которая обещает все время прислать в Украину тяжелое вооружение, а на самом деле делает все, чтобы вот это оружие не дошло до Украины. Это меня удивляет, и я не понимаю, почему это происходит. Аркадій, дуже дякуємо за ваш коментар. І ми розуміємо, що, звичайно, перемогу ми точно маємо виборювати. На жаль, такою ціною, якою зараз, але ми боремося за свою свободу. Спасибі дуже вам, дякуємо за коментар. Аркадій Мільман, експосол держави.